you dangerous, you lunatic. Okay, I'll bring the bird in it, the lady eggs. Привели охламона покупаться. Привели муху покупаться, потому что сдыхая уже от жары от этой. Так его привели немножко остудить. Давай, 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 муха. Сидеть, сидеть, сидеть. Аборт. Хай трошки остыне. Позови, бо у мене тут телефон, зараз струхнеться. Товариш, отойдіть від мене. Подалі. Молодець, молодець. Мухтара скупнули маленько. Зараз перейшли трошки на інше місце. Тому що там бросить нема смисла. А здесь ми зараз пару раз забросимо. Посмотрим. Ну а вдруг что-нибудь поймаем. Сейчас время уже такое, конечно, особо не побросаешь, потому как смысла уже нет, трава поднялась, здесь у нас не глубоко, а трава поднялась сильно. Вот так. В нынешней ситуации хотя бы бросить пару раз, это уже удовольствие. Дело в том, что и походить-то особо времени нету, побросать. Так вот выскакиваешь на полчасика, выскочил, побросал и все, и сразу надо домой. Так что с рыбалкой в этом году у нас совсем никак. Сейчас жара, ничего у нас тут не будет, конечно, но повторюсь, хотя бы побросать. Такое время мы, ну, в другие года такое время мы, конечно, на Днепре уже были, но сейчас довольствуемся малым. Так, ребята, надо сворачиваться и идти домой. Рыбалка закончилась, купание закончилось.
сворачиваемся, быстренько домой идем.